Техническая неисправность. Самолет авиакомпании ЮТР почти 3 часа кружил над Сургутом 25 мая. Боинг 737 выполнял рейс из нашего города в Худжанд, но сразу после взлета экипаж принял решение вернуться. Сработала сигнализация о неисправности датчика стабилизатора. На борту находились 140 человек. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Пассажиров отправили в Таджикистан резервным самолетом. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, его сотрудники проводят проверку. Редактор